5 человек, которые здесь были. Минимум 5 человек. Я знаю, потому что мы приехали. Чувствуете, какая у вас хорошая тайна? Что даже на русском будет трудно переводить. Но мы не настаиваем. Хорошо. Но мы все равно приготовились, что мы будем говорить и на латышском, и на русском. Это две иллюстрации на Туранте есть вага. Добро пожаловать на Туранте с счастьем, радостью. Ar prieku un ar veiksmi mēs esam ieradušies šeit. Jo šodien ir fantastiska diena. Сегодня прекрасный день. Даже очень прекрасный. Потому что сегодня день рождения Исаи Бабы. Под ļoti skaista diena, под brīnišķīgu diena. Jo šodien ir Исаи Бабы dzimšanas diena. Mēs urantieši pie Исаи Бабы braucam ļoti regulāri. Мы в Ранте к Сайбабе ездим очень регулярно. В январе, 16 января, мы поедем, лично я, 9 раз. Это 16 января, я снова брался к Сайбабе, есть Зайнашрам. А мы сбравши до этого места. Многие меня спрашивают, ну зачем ты туда едешь, какие деньги? Знаешь, что за эти деньги можно купить? Un daudz man saka, ka es to brauc tik bieži, jo pat tādu naudu zinu, ko var nopirkt. Nu, jums būža, znaidzi, šķērstie nevazmūžda kāpēc za dīņķi. Un jūs jau noteikti zinu, ka laimes sajūta nav iespējams nopirkt par naudu. Un viss šajā dzīvē ir zūdošs, pūkstošs un pazūdošs. Ja viss ir sovetami ir, В этом безумном мире все пропадает бесследно, а любовь и счастье остается. Но мира стоит, мая не поверит. И в прошлом году мы в январе были у Исаи Бабы, и это было первый раз, когда я была там, когда наша группа, нас было, я уже не помню, 32 или 36, 33. Ну, считайте, от 30 до 40 где-то там мы обычно ездим. Пока еще в году, в январе, мы сбиваем группу, та тут сумит, сака 33, мы сбиваем пьеса и бабус. Он там и пат первая рейза, под сай бабус, называешь, не бей физически, я тоже не. И это было первый раз, когда сай бабус, у меня было физическое мнение. Конечно, я задавалась вопросом, как это будет, если в первый раз, когда я была, я видела, что он ходит. Он проснулся с утра, я там как сброс. А я первый раз, когда сосед ее спросил, я бабушка сначала стоит,
tagad viņa vispār nav. Bet atbilde ļoti vienkārši. Un atvietu būtu tačiņi prastējumi. Его там не было физически, но духовно его сила там несколько раз сильнее. Меня там новые физисты, бет сай бабу складывали, энергетическая проблема, которая дала скарб спецейка. Он мне споет, а он вся группа пределила бринус. И мы это почувствовали всей группой. И каждую группу почувствовал свою радость и что-то такое, что было лично для него. Это, конечно, не забыл. Он когда споет у кого-то, а только сбит, ты еще хочешь время. Он на лазе, на вес твоем союзе. Он тогда эти намазные обеды, когда не на уме, он же весь бывает. И у нас было пусто. Я ее смотрю. И он все время находится с нами, если вы в это верите. Это чудо, что произошло в январе этого года, это было то, что нам открывались даже те двери в ашраме у своей бабы, которые были всегда закрыты для посетителей. Он говорил временность вот тейт, кому с группой вераз дурю сенвард, валя апартия, кас вена ревеюши цит, цитам группам, он отмыклая им. Продамс, кайс на слете патрейте ус сумитам, йо сумит бия мус ка тада гайсма слапа по прекшу, он висит дурю с мус группой вераз валя. Конечно, я очень благодарна сумиту, потому что он был как огромный факел, который шел впереди, и перед ним открывались все двери для нашей группы. Tas, когда он только как брынулся, как нам стыка отлялась вейкать севу, либо калпошену, нам сапляло обрауту с набадзейгием индейшу цематием, он порвал тут человеку. Что-то произошло в том, что нам разрешили нашей группы первый раз в истории своей бабы нам разрешили нашей белой группе кормить людей в поселках. Это действительно чудо, потому что начались между собой разборки, разрешить или не разрешить. Tas patiešām notika brīnums, jo savā starpā augša, kurai ir jāpieņem lēmums, vai ļaut vai neļaut to darīt, viņi savā starpā strīdējās, diskutēja un pieņēma lēmumu visaugstākie, ka nē. Bet tad šis cilvēks saslīd. Un zemāk stāvošais, kā mēs viņu saucām, sai babas ģenerālis pieņēma lēmumu, ka mēs drīkstam to darīt. Kada bija razgovori o tom razrešīts namīci ili nerazrešīts, tada bija prīņēta rešenie na vysokom urovni, što nerazrešīts. Но этот человек почему-то заболел. А тот другой взял на себя ответственность, и это чудо свершилось. Нам было это разрешено делать. Конечно, на нас смотрели как на белых людей, которые не умеют работать, у которых очень много денег, они ленивые, работать не умеют, могут порезать руки. Un uz mums skatījās indieši, kā valdīja cilvēki ir tie cilvēki, kuriem ir daudz naudas, kuri ir slinki un kuri neprot mizot kartupeļus. Bet patiesība izrādījās pilnīgi citādāk. Но, по правде, все было совсем по-другому. И, в конце концов, можно сказать, что
Когда мы были в этом поселке, это счастье и любовь, это радость, которую мы дарили людям вместе с едой, и которую они, как благодарность, дарили нам, это, к сожалению, невозможно перенести в словах. Un rezultātā bija tā, kad aizbraucot uz ciematu, tā mīlestība, kuru mēs likām un devām kopā ar šo pārtiku, un šiem cilvēkiem un viņu atpakaļ mīlestība un pateicība, tā veidoja tādu enerģiju, kura vārdos nav iespējams pastāstīt, nav iespējams to pateikt. Un es ticu, ka ja atkal aizbrauks kādu balto cilvēku grupa, Viņiem atkal dosiet iespējas aizbraukt uz ciematu. Šobrīd mūsu grupiņa jau ir sagatavojusies kaut kādā sumic, koļkā mēs sīčās uži? 25? 26. Tātad šobrīd grupa jau ir 26, kura jau ir gatava braukt. Ja znāju nesparku ļudzī, kuri domājot iekats, neiekats. Un... Citiem vārdiem sakot, braucam uz līmeni, braucam pie savai babiņas, braucam uz ašram. Un ja tādas iespējas nav, paticiet, viņš ir vienmēr un visur. Ja es esmu iestarām, taču uzskazēts, nu pa jūrīm īsti s nami, потому что у нашей группы хорошая карма, с нашей группы вы не пропадете. То, что учил нам Сай Баба, мы это несем дальше. То, как мы смотрели Сай Баба, мы с тобой несем права. И с большой радостью я слушала только что эту медитацию. Сумит, не обижайтесь, но это наша медитация в Урантии. Это наша медитация, которая родилась в Урантии. Но с другой стороны, Я очень рада, что такие медитации идут по миру. Они уже идут по миру. Un tā meditācija, kurā gāju šobrīd, es atceros, ka šī meditācija kādreiz jau ir vadīta. Viņa ir dzimusi Urantijā. Es šo meditāciju vadīju divus gadus atpakaļ, savai babas dzimšanas dienā. Bet varbūt, ka tas arī bija noveda, kad ir tā dienakts. Jebkurā gadījumā tā ir mana meditācija, un es viņu pazīstu. Bet es priecājos, ka šī meditācija ir pa planētu. Un tāpēc mēs jums šodien dosim vēl vienu meditāciju. Ierakstiet viņu diktofonus, pavairojiet un nesiet viņu tālāk. Un šī meditācija šodien ir veltīta planētai Zemi. Jo jūs zinā, no cilvēkiem ir atkarīgs, vai mēs esam kara priekšvakarā, vai arī tas paies garām. И сегодня мы говорим еще одну медитацию. Записывайте эту медитацию на диктофонах. Слушайте его дома, слушайте со своими родными и близкими. Мы дарим вам еще одну медитацию. Распространяйте ее дальше. И это медитация для нашей планеты Земля. Потому что уже никому не... То есть вы, наверное, уже знаете, что мы находимся на грани неспокойного времени. Мы находимся на грани, когда может наступить война. Думайте хорошие мысли. Пошлем свет и любовь нашей планете Земля все вместе, сегодня, завтра. И будем это делать ежедневно. Еще одна медитация, которая будет исполнять Ина и Вентус. Пожалуйста, будьте с нами вместе, чтобы наша планета стала светлее, добрее. И лучше, с любовью, чтобы наша планета была бы завтра, послезавтра и всегда.
Es iet sveicināt šajā dienā, sveicu jūs visus svētkos, pazdraļoju jūs visus. Šodienas meditācijā mēs pieskārsimies dažām lietām, kas uz planētas, kas uztrauc mums, kuras ir jāsakārto tā, kā mēs to redzam, nu, kā mēs risinām šīs problēmas. Protams, izsakot savu nodomu, ar savu domu spēku, ar savu mīlestības enerģiju, sūtot šo nodomu un kārtojot ne tikai sevi, bet arī planētu. Tās dažas lietas, kuras mēs šodien paspēsim, iziesim, ir daudz lietas, kuras mēs kārtojam. Nevis uz tajā laikā, kas mums atvēlēts, varam paspēt, bet dažas svarīgākās, pie tām pieskarsimies. Svarīgi meditāciju būdiem pradjom pret tiem, по нескольким темам, которые волнуют нас, которые мешают Земле быть в гармонии. И много по этому времени, что нам позволено, мы успеем, но основные темы, чтобы вы примерно узнали, как мы работаем и примерно как это выглядит, когда мы работаем на нашей планете. Tātad es runāšu latvisku un viņu tulkos krievisku на двух языках. Будет и начнем с того, что мы так обычно начинаем, заземляем энергию себе, и потом дальше на планету. И всем мысленно присоединяйтесь к нам, и это мы все как бы объединимся в единый поток нашей энергии, нашей любовь. И направим нашей планете, чтобы гармонизировать, очистить, и чтобы здесь была мир, любовь и все прекрасно. Augstākais kosmiskais radītāji. Jūs varat domās pie sevis atkārtot, jo mēs labāk jūs nepaspēsim. Mani gaismas un mīlestības skolotāji. Sai Baba, Baba Džī, Amma. Mani gaismas un mīlestības sargaindiem. Visas kosmiskās tīrās gaismas un mīlestības enerģijas. Es apvienoju tās visas. Все мои космические духовные учителя света и любви, мои ангелы-хранители света и любви, мое высшее Я, все космические исцеляющие энергии света и любви, я объединяю вас всех. Un iezīmēju sev, sākot ar savu augstāko enerģētisko centru, piepildu visus savus enerģētiskos centrus, savu fizisko ķermeni, visus smalkos ķermeņus, visas matricas, visu savu daudzdimensiju būtību. Я наполняю себя, наполняю свое физическое тело, все свои энергетические центры, свои тонкие тела, матрицы и всю свою многомерную сущность. Es atveru jaudīgus gaismas spēku portālus visos savos enerģētiskajos centros. Iezīmēju tur un aktivizēju augstāko kosmisko gaismas enerģiju, ar ko transformēju visas negatīvās enerģijas. Я открываю во всех своих энергетических центрах мощные порталы света, и заземляю и активизирую там высшую космическую энергию света, которая трансформирует все негативные энергии. Un es iedarbinu visas savas ķermeņa orgānu sistēmas, orgānus, šūnas, molekulas un atomus pilnīgās veselības režīmā un piepildu savu fizisko ķermeni ar dzīvības, veselības,
gaismas un mīlestības enerģijā. Я активизирую движение 100% здоровья, свое физическое тело, все органы, системы, например, все клетки, молекулы, атомы. И я наполняю свое физическое тело энергиями жизни, здоровья, света и любви. Un man jau šodien ir fiziska un garīga veselība un attīstība, materiālā labklājība. Es esmu pozitīvā saskarsmē ar planētas redzamo un neredzamo daļu. Я уже сегодня физически и духовно здорова и развита, материально обеспечена, нахожусь в системных отношениях с видимой и невидимой частью планеты Земля. Man jau šodien ir 100% brīva griba. Domās, vārdos un darbos. У меня уже сегодня 100% свободная воля, мысли, слова и поступки. Mana daudzdimensija būtība ir apvienota vienā veselumā. Visas tās daļas darbojas gaismas un mīlestības režīmā un savstarpējā harmonijā. Visas manas enerģijas 100% pieder man. Моя многомерная сущность объединена в единое целое. Все ее части действуют в режиме света и любви, в гармонии между собой. Все мои энергии 100% принадлежат мне. Es esmu visaugstākā kosmiskā radītāja daļa. Tātad es esmu savas realitātes līdzradītājs. Un es uzņemos atbildību par tām domām, vārdiem un rīcību, ar kurām es piepildu visu. Я являюсь частью Всевышнего космического Творца, а значит, я являюсь Творцом своей реальности. И я беру на себя ответственность за мысли, слова и действия, которыми я наполняю Вселенную. Un es esmu harmonijā un saskaņā ar visu pasauli, ar egregoriem, ar cilvēkiem un dvēselēm, ar visiem dabas spēkiem, ar stihijām, ar stihiju gariem, ar visiem mātes zemes bērniem. Я нахожусь в гармонии, я гармонизирую все свои взаимоотношения с миром, с эгрегорами, со всеми людьми, душами и всеми другими живыми сущностями, со всеми силами природы, стихиями, духами стихии и со всеми детьми Матери Земли. Es dodu atļauju, ka mani ienāk, aktivizējas un darbojas jaunā gaismas laikmeta, gaismas un mīlestības enerģijas, ka mani ienāk, aktivizējas un spauž savu mani patiesā Kristus, gaismas, mīlestības enerģijas, patiesā Kristus apziņa. Я даю разрешение и заземляю и активизирую в себе все энергии чистого света и любви новой эры света, новой эпохи света. Уже здесь и сейчас меня наполняет любовь и сознание истинного Христа. Космические гайсы со мной остались школа тайны. Сдо датляу, как царман шейтан тага, не замяясь плоскость. Visas tīrās gaismas un mīlestības enerģijas šajā vietā, šeit un tagad. Lai šīs enerģijas turpin plūst, aizvien jaudīgāk un stiprāk ir katru mirkli piepilda šo vietu visu apkārtni. Mūsu Latviju, visu planētu. Un planēta Zeme to par gaismas un mīlestības planētu. Космические силы света и любви я заземляю и активизирую здесь и сейчас, в этом месте, энергии чистого света и любви. И пусть заземление этих энергий будет надежным, и пусть по этому заземлению продолжает течь энергия света и любви, и с каждым мгновением все мощнее и сильнее продолжает наполнять это место, все вокруг, всю Латвию, всю нашу планету Земля, и пусть Земля станет планетой света и любви. Es maksimāli jaudīgi ceļu savas vibrācijas, un es ceļu vibrācijas savai planētai Zeme. Es apvienoju un aktivizēju visas tīrās gaismas un mīlestības enerģijas. Savai planētai Zeme iezemēju tās visos enerģetiskajos centros, smalkajos ķermeņos, visās matricēs, Zemes dvēselē, maldenā, elektromagnētiskajā režģī, GAI, Zemes kolektīvajā apziņā un zemapziņā. Я
максимально мощно повышаю свои вибрации и повышаю вибрации нашей планеты Земля. Я объединяю, активизирую и заземляю все энергии чистого света и любви нашей планете Земля во всех энергетических центрах Земли, во всех ее тонких телах, во всех матрицах, душе, земле, мандале, в электромагнитную решетку ГАИ, в коллективное сознание и подсознание планеты Земля. Es atveru jaudīgus gaismas spēku portālus planētai Zeme visos enerģētiskajos centros. Iezemēju turp un aktivizēju augstāko kosmisko gaismas enerģiju, ar ko transformēju un dzēšu visas negatīvās enerģijas. Ja atkrivāju mošņu portālu sīm sveta va visiem enerģētiskajiem centrām planētai Zemē, ja zazemļēju tam aktivizēju visu kosmisko enerģiju sveta, которые трансформируют все негативные энергии. Es nosūtu šajā portālā, transformēju visas negatīvās enerģijas, karmiskās enerģijas, visu, ko uz planētas Zeme, tās evolūcijas laikā radījuši cilvēki ar savām negatīvajām domām, vārdiem, jūtām, rīcību, visu, kas uz planētas Zeme radīts dualismu periodā, ko radījuši Zemē naidīgās civilizācijas. Я отправляю в порталы света, трансформирую все негативные энергии, все космические энергии, все, что во время своей эволюции на Земле создали люди своими негативными мыслями, словами, действиями, чувствами. Все, что было создано на планете Земля во время дуализма, что создали враждебные Земле цивилизации, иерархии тьмы и магии. Es turpinu celt savas vibrācijas. Es apvienojos ar savu bābi, ar planetāriem Zemes, mūsu galaktiskajiem, mūsu visu kosmiskajiem gaismas un mīlestības skolotājiem. Es apvienojos ar savu augstāko daļu, ar radītāju. Ja продолжаю повышать свои вибрации, и я прошу быть вместе с нами сейчас здесь, Сын Бабу и всех учителей света и любви, планетарных, галактических, нашей Вселенной и всех космических учителей света и любви. И я объединяю себя со своей высшей целой частью и с Творцом. Он соскня о салам пилмарам, как радитай дали. Es apturu dualismu eksperimentu darbību šeit uz Zemes. Es apturu to projektu daļu, kurā ierakstīta Zemē naidīgo civilizāciju, eksistenci un darbību uz planētas Zemi. И согласно своим полномочиям и в части Творца останавливаю, прекращаю на Земле эксперимент дуализма. Я останавливаю ту часть этого эксперимента, в которой записано о существовании и деятельности на нашей планете враждебных Земле цивилизаций. Tā vietā es radu jaunu ierakstu, kurā es ierakstu, ka Zemē naidīgās civilizācijas, viņu darbība, eksistence, būtība uz planētas Zeme ir apkurēta visos veidos, terminos, veidos un formās, apkurēta šeit un tūlīt. Вместо этого я создаю записи о том, что деятельности существования на Земле враждебных для земных цивилизаций остановлены в любом виде, форме, в телах, времени и пространстве, без возможности восстановления, здесь и сейчас. Он издзеешу висус ерокстус на Земес Акаши и Хроникам, на Саулс Системс, на Мусу Галактикас, на Мусу Висум Акаши и Хроникам, издзеешу висус ерокстус пар Земе найдиго цивилизации, дарби и эксистенции, тагатне, пагатне и набатне. И я стираю все записи из хроник Акаши Земли, Солнечной системы, из нашей галактики, из хроник Акаши и Матери, из нашей Вселенной, о деятельности и существовании на планете Земля, враждебных для Земли цивилизаций, настоящих, прошлым и будущим. Из трансформной унзеющей на Земле сегмента, Земле найдиго цивилизации радито, извейдото и активизато принципу скалы и валы. Я трансформирую и стираю из сегмента планеты Земля, созданной и активизированной на Земле враждебными цивилизациями, принцип «разделяй и властвуй». Я трансформирую и дзеешу. Земле найдиго цивилизации
valdošo dzimtu pārvaldes modeļus un viņu izveidotās pārvaldes struktūras. Я трансформирую и стираю господствующую родовую модель управления рептилий, серых и враждебных для земли цивилизаций и созданные ими структуры управления. Es transformēju un dzēšu šos pārvaldes modeļus no Latvijas, no visu valstu valdībām, varas institūcijām, armijas, policijas, bankām, biznesa struktūrām, politikas, no zinātnes, no izglītības, no medicīnas sistēmas, no kultūras un sporta organizācijām, no visām vietām, kur tādas darbojas. Я трансформирую и стираю эту модель управления из всех господствующих структур Латвии, государственных структур Латвии, всех институций, из армии, полиции, банков, из бизнес-структур, политики, науки, образования, системы здравоохранения, культуры, спортивных организаций и из всех мест, в которых эти модели управления действуют. Es dzēšu visus ierakstus par visām uz zemes esošajām tumsas un maģiju hierarhijām, tumsas dieviem, dēmonu pasaulēm, zemākajām pasaulēm, primitīvajām pasaulēm, par visiem tumsas darbinīkiem, darba instrumentiem un par tām dvēselēm, kas apzināti turpina savu pieredzi apgūšanu, savu ciešanu. Es dzēšu visus ierakstus. Существующих на Земле иерархии тьмы и магии, богах тьмы, мирах демонов, низших мирах, примитивных мирах, обо всех работниках тьмы, рабочих инструментов тьмы, обо всех душах, которые осознанно продолжают получать свой опыт через страдания. Es transformēju un dzēšu no mūsu visuma segmenta, no galaktiskā segmenta. No mūsu zemes segmenta, dievišķajā radīšanas matricē, visus ierakstus par iluzoro naudas enerģiju, ko radījušas Anunnaku un pelēko civilizācijas, kā papildus ilūziju zemes relatīvajā realitātē. Я трансформирую и стираю из сегмента нашей Вселенной, из сегмента нашей галактики, из сегмента божественной матрицы творения нашей Земли, все записи об иллюзорной денежной энергии, которую создали стабилизации анунаков и всех, как дополнительную иллюзию относительно реальности на Земле. Lai nodrošinātu savu valdošo stāvokli, turētu pakļautībā un manipulētu ar cilvēkiem. Чтобы обеспечить свое господствующее положение, держать в подчинении людей и манипулировать ими. Es transformēju, sintezēju un dzēršu visu virtuālo un astrālo naudas enerģiju uz planētas Zeme, lai uz Zemes paliek tikai tāds naudas enerģijas ekvivalents, kam ir Zemes relatīvās realitātes materiālais un cilvēku godīgā darba enerģētiskais segums. Я трансформирую и синтезирую всю астральную виртуальную денежную энергию на Земле, и пусть на Земле останется только тот денежный эквивалент, который является в относительной реальности нашей Земли материальным и энергетическим обеспечением честного труда людей. И оставшийся поток денежной энергии я направляю как энергию света в космические банки Земли и космические банки людей для дальнейшей позитивной эволюции. Es iezinēju visas tīrās gaismas un mīlestības enerģijas, kabalai, visām uz zemes radītajām reliģijām, visos reliģiskajos egregoros, visiem reliģiskajiem ilūziju dieviem. Я заземляю все энергии чистого света любви, кабали, всем созданным на земле религиям, всем религиозным эгрегорам и религиозным иллюзорным богам. Es tos visus piepildu ar tīro gaismu un mīlestību. Es tos visus transformēju un dzēšu. Visus reliģiskos egregorus, visus reliģiskos ilūziju dievus, kopā ar visām viņu radītajām ciešanu, manipulāciju, pakļaušanas un verdzības programmām. Я наполняю их всех чистым светом и любовью. Я трансформирую и стираю все религиозные эгрегоры, всех религиозных и иллюзорных богов, все энергии и программы страданий, манипулирования, поклонения и рабства. Я освобождаю всех людей на планете Земля от всех привязок к религиям, к религиозным эгрегорам, к религиозным иллюзорным богам и церковным эгрегорам.
Es iezemēju visas tīrās gaismas un mīlestības enerģijas visos kara egregoros uz planētas Zeme, visu valstu kara egregoros, militārajās struktūrās, jebkādu vardarbību radošajās struktūrās, ģenerālštābos, NATO, ANO, visās vietās, kur jebkāda iespējamība radīt un aktivizēt kara darbību, militāros konfliktus, jebkādu vardarbību. Es tur visur iezemēju, tīrās gaismas un mīlestības enerģijas. Я заземляю все энергии чистого света и любви во всех военных эгрегорах всех государств на планете Земля, во всех военных структурах НАТО, ООН, генеральных штабах, структурах, создающих любое насилие, во всех местах, где есть какая-либо возможность создавать и активизировать военные действия, военные конфликты, любое насилие. И везде я заземляю энергии чистого света и любви. Он из Арктуры. Šobrīd radītos un aktivizētos visus impulsus un visas enerģijas, kas rada un aktivizē militāro darbību un kara darbību. Tā skaitā es apturu šādu enerģiju darbību Izraēlā un Palestīnā, Turcijā un Sīrijā. Es piepildu šo valstu egregorus ar gaismu un mīlestību un visas tur radītās un aktivizētās kara, vardarbības un agresīvas enerģijas, Es transformēju un dzēšu. Transformēju par gaismu un mīlestību. Я прекращаю, останавливаю любые созданные активизированные импульсы и энергии, которые могут вызывать любое военное действие. Особенно я гармонизирую ситуацию на Ближнем Востоке, в Израиле, Палестине, Турции, Сирии и других странах. И я заземляю в эгрегоры этих государств энергии чистого света и любви. И все созданные там энергии хаоса, агрессии, насилия, уничтожения я трансформирую в чистый свет и любовь. Es turpinu celt savas vibrācijas. Es iezemēju visas tīrās gaismas un mīlestības enerģijas, visos simbolus, ko radījuši zemē mēdīgās civilizācijas, ko radījuši ilumināti, masoni, rozenkrēcieši, komunisti, nacisti, visos simbolos, kuri kalpo zemē naidīgām civilizācijām, rada piesaistes, ierobežojumus. Es tos visus transformēju, sintezēju, satinu viņu enerģētiskās būtības un atbrīvoju visus cilvēkus no visām piesaistēm, kas radītas caur šādiem simboliem. Я продолжаю повышать свою вибрацию. Я заземляю все энергии чистого света и любви во все символы, которые были созданы враждебными для Земли цивилизациями, иллюминатами, розенкрейцерами, масонами, коммунистами, фашистами, во все символы, которые служат цивилизации враждебным для Земли, создают привязки и ограничения. И все это я трансформирую, синтезирую, сворачиваю их энергетическую сущность. Я освобождаю всех людей от всех привязок, которые были созданы через эти символы. Es piepildu ar tīro gaismu un mīlestību visas enerģiju zakšanas, enerģiju uzkrāšanas vietas, kur radījuši zemē mēdīgās civilizācijas, kur tiek uzkrātas no cilvēkiem, no dvēselēm, no dzīvniekiem, no planētas Zeme, no zaktās enerģijas. Я наполняю чистым светом и любовью все места, которые создали враждебные для Земли цивилизации, где хранятся украденные энергии у людей, душ, животных. И я все эти места на Земле, вокруг Земли, везде, где они находятся, наполняю чистым светом и любовью. Es šādas vietas transformēju, sintezēju, satinu, sadalu līdz pirmiem elementiem. Atbrīvoju visas tur uzkrātās un nozaktās enerģijas. Atdot atpakaļ visiem tiem, kam tās nozaktas, kā gaismas uzkrājumi. Es pilnībā likvidēju, es transformēju, sintezēju, satinu, sadalīju pirmie elementiem, visus egregorus, visus kristālus, portālus, celtnes, radisko kultu vietas, visas vietas, kur tiek uzkrātas, nozaktās enerģijas. Ja visi esmu stāt transformēju. Сворачиваю, расщепляю до первых элементов, освобождаю все собранные там украденные энергии и отдаю всем тем, кому эти энергии были украдены, как накопление света. Я полностью ликвидирую
трансформируем, сворачиваем, расщепляем до первого элемента все эгрегоры, все кристаллы, порталы, строения, религиозные места поклонения, все, где хранится родная энергия. Es transformēju un dzēšu, radītāju visu staru izkropļojumus, izkropļojumus tiem stariem, ar ko zemi izpaužas šeit un tagad, kā radītāja daļa. It sevišķi es dzēšu visus izkropļojumus mīlestības starā. Es pilnībā atjaunoju mīlestības stara un visu radītāja staru plūsmu planētā Zeme. Я трансформирую, истираю все искажения из лучей Творца, искажения тех лучей, с которыми Земля проявляется здесь и сейчас, как часть Творца. Особенно я стираю все искажения из луча любви и полностью возобновляю поток луча любви и всех лучей Творца на планете Земля. Es transformēju un izņemu no planētas Zeme sudraba pavadījumu, visas piesaistes un ierobežojumus. Es atjaunoju dzīvības, gaismas, mīlestības un kosmisko enerģiju plūsmu pa Zemes sudraba pavadījumu, pa Zemes Antaharanu. Es iezemēju planētā Zeme, tās dvēselē, gaismas termiņiem, visiem Zemes dvēseļu aspektiem, Zemes monādei. Es iezemēju radītāju sirds mīlestības enerģiju. Я трансформирую и выбираю из серебряной нити планеты Земля все привязки и ограничения. Я возобновляю поток космической энергии жизни, света и любви по серебряной нити Земли и по антахарали Земли. И я заземляю планету Земля, ее души во всех тонких телах, во всех аспектах души планеты Земля, в монаде Земли, энергию сердечной любви Творца. Es atbrīvoju no visām piesaistēm visus Zemes dvēseles aspektus. Zemes manādē esošās dvēseles un viņu dvēseļu aspektus. Es atjaunoju šīm dvēselēm viņu gaismas terminus. Es apvienoju Zemes gaismas terminī visas Zemes dvēseles aspektus. Es atjaunoju planētai Zeme tās saiti ar radītāju. Я освобождаю от всех привязок, все аспекты души Земли, и я освобождаю все души, находящиеся в монаде Земли, и аспекты ее души. И я возобновляю у этих душ их тела света. Я объединяю в теле света Земли все аспекты души Земли, и я возобновляю планете Земля ее связь с Творцом. Es turpinu celt savas un planētas Zeme vibrācijas. Es aktivizēju planētai Zeme smaragd zaļo staru no mūsu galaktiskā kodola, radīšanas enerģiju no mūsu visuma centra. Es aktivizēju visas tīrās gaismas un mīlestības enerģijas. Я максимально мощно повышаю свои вибрации и вибрации планеты Земля. Я активизирую на планете Земля изумрудный луч из ядра галактики, энергию творения из центра Вселенной. Aktivizēju visu enerģiju čistā sveta ļaudību. Un es pilnībā transformēju, sintezēju, transmutēju un dzēšu no planētas Zeme, no visām matricām, no enerģētiskajiem centriem, no smalkajiem ķermeņiem, no dvēseles, no elektromagnetiskā režģa, no visām dimensijām. Es pilnībā izņemu no planētas Zeme, Zemē naidīgo civilizāciju radīto balto maģiju. И я полностью трансформирую, синтезирую, трансмутирую и полностью стираю с планеты Земля из всех матриц, энергетических центров, тонких тел, из души, из электромагнитной решетки, из всех пространств. Полностью выбираю из Земли, созданную ракетами, земными цивилизациями, белую магию. Es saktinu sintezēju, dematerializēju, sagalu līdz pirmelementiem, baltās maģijas tīklojumu ar planētu Zeme, kopā ar visiem tiem, kas šo tīklojumu radījuši, kas radījuši balto maģiju, ar kuru palīdzību šī maģija turas, manipulē ar cilvēkiem. Es to visu pilnībā transformēju, sintezēju un dzēšu, sagalu līdz pirmelementiem, kopā ar visām manipulācijas, verdzības, pakļaušanās programmām, un es atbrīvoju visus ar gaismu kodētos cilvēkus,
visas dvēseles, no visām piesaistēm, ko tiem radījusi baltā maģija. И я сворачиваю, синтезирую, дематериализирую, расщепляю до первых элементов сеть белой магии вокруг планеты Земля. Вместе со всеми теми, кто создал эту сеть, кто создал белую магию, с помощью которых эта магия держится, происходит манипуляция людьми, я это все полностью трансформирую, синтезирую, сворачиваю, расщепляю до первых элементов вместе со всеми программами манипуляции, рабства и поклонения. И я освобождаю от всех привязок, которые создала белая магия, все души и всех людей, одерживаемых светом. Es piepildu ar tīro gaismu un mīlestību, ar visām kosmiskajām gaismas enerģijām, visus uz Zemes radītās tehnoloģijas, sistēmas, visus, kas rada un aktivizē Zemu vibrāciju enerģiju plūsmas, kas pazemina cilvēku un Zemes vibrācijas. Rada negatīvas enerģijas, agresijas, dusmas. Es dematerializēju tādu tehnoloģiju darbību. Es lūdzu gaismas spēkus palīdzēt mums apturēt šādas sistēmas un šādu tehnoloģiju darbību uz planētas Zemi. Я наполняю чистым светом и любовью все созданные на Земле технологии, системы, которые создают и активизируют поток энергии низких вибраций. Который понижает вибрации людей и Земли, создает негативные энергии, агрессию и злость. Я дематериализую действия такой технологии. Я прошу силы света помочь нам остановить действия этой системы и технологии на планете Земля без возможности возобновления. Es turpinu celt savas vibrācijas un planētas Zeme vibrācijas. Es dodu atļauju, ka manī ienāk aktivizējas. Darbojas nākotnes gaismas ēras enerģijas, nākotnes gaismas laikmeta enerģijas, tā laikmeta enerģijas, kur mīlestība ir visur esoša, mūsu galaktiskā pavasara, gaismas un mīlestības enerģijas. Я продолжаю повышать свои вибрации и вибрации нашей Земли. И я даю разрешение, что меня наполняют, активизируются, начинают действовать энергии новой эры света. Энергии света и любви, энергии света эпохи Бога, энергии света той эпохи, в которой любовь вездесущая. Энергии света и любви нашей галактической весны. Es dodu atļauju, ka es esmu jaunā gaismas, jaunās gaismas ēras, jaunā gaismas laikmeta, mūsu galaktiskā pavasara, gaismas un mīlestības darba instruments. Es dodu atļauju, ka caur mani aktivizējas. Darbojas, izpaužas jaunās gaismas ēras, gaismas un mīlestības enerģijas šeit un tagad. Un es piepildu ar šiem enerģijām savu planētu, lai tā top par gaismas un mīlestības planētu, par gaismas bioga planētu. Я даю разрешение, что я являюсь рабочим инструментом света и любви, новой эры света, новой эпохи света, нашей галактической весны. Я даю разрешение, что через меня активизируются, проявляются и действуют все энергии света и любви новой эры здесь и сейчас. И наша планета Земля становится планетой света и любви, и божественной планетой света и любви. Es apvienoju visas manas pagātnes iepriekšējo dzīvi laikā radītās pozitīvās gudrības, mīlestības un rietumu enerģijas kā vienotu komandu šajā dzīvē. Un es apsolu, ka visu šo pozitīvo pieredzi, mīlestības, harmonijas, gudrības, viedumu enerģijas, es apsolu pielietot tās šajā dzīvē, kalpojot gaismai, mīlestībai, harmonijai. Es apsolos pielietot visas šīs un iepriekšējo dzīvi pozitīvo pieredzi, lai izpildītu savu dvēseles Zemes un kosmisko uzdevumu. Я объединяю и активизирую все мои позитивные энергии, созданные во время прошлых жизней, в одну целую в этой жизни. Я обещаю весь этот позитивный опыт, энергии любви, гармонии, мудрости, применять в этой жизни, служить свету, любви и гармонии. И я обещаю применять весь позитивный опыт этой и прошлых моих жизней, чтобы выполнить свое космическое и земное предназначение, применять энергии света и любви, новой эры света.
света. Un visur, kur es eju, es izstaroju gaismu un mīlestību. Visur, kur es ierodos, es radu harmoniju, mieru un līdzsvaru. Jo es apzinos, ka man ir laba, stipra un mīlestības pilna sirds. Man ir realitāte mainoša domformu spēks. Man ir 100% brīva griba. Es esmu gatavs kalpot augstākajām kosmiskajām radītājām ar gaismu un mīlestību. Es esmu violetā liesma. Es esmu piedošana. Es esmu kosmiskās brīvības dzīvā uguns. Es esmu gaisma, es būšu gaisma un kalpošu gaismai. И везде, где я нахожусь, работаю, проявляюсь, я излучаю энергии чистого света и любви. И я осознаю, что у меня доброе, сильное сердце. У меня есть мощная сила намерения, меняющая реальность. Мое сознание готово служить свету, любви и гармонии. И у меня уже сейчас 100% свободная воля. И я объединена со своей личной целой частью, учителями света, своей бабы. И я есть фиолетовое пламя, я есть прощение, я есть живой огонь космической свободы, я есть свет, я буду светом, и я буду служить свету. Un es pateicu vas ar augstākajām kosmiskajām radītājām, saviem gaismas un mīlestības skolotājiem. Es pateicu vas sev labam. Es pateicu vas saviem gaismas un mīlestības sargaņģeļiem, visām gaismas un mīlestības energijām. Un es lūdzu, vienmēr esiet kopā ar mani. Pavadiet mani, māciet mani un sargiet mani. Mani un manus mīļos un tuvos. Я благодарю Всевышнего Космического Творца, Своей Бабу, всех учителей света и любви, всех ангелов-хранителей света и любви, все силы света и любви за помощь и любовь. Пожалуйста, будьте со мной сегодня, завтра и всегда. И будьте всегда вместе с моими любимыми и близкими. Pateicu es jums visiem, kas piedalījās šodien kopā ar mums šajā darbā, kad drusciņi mēs palīdzējām planētā Zeme tapt par kaut nedaudz gaišākai, labākai, harmoniskākai. Paldies! Спасибо. Скажите, Вентес, имя, за такую прекрасную медитацию. Сейчас у нас следующая на программе. Сами Баба нам дает сегодня очень много разных, от разных людей мы получаем как инструменты. Вот Арни Силиш должен подъехать, он есть здесь в зале, нет? Он должен был бы нам рассказать о йоге, и тогда мы его ждем, должен долго-долго прийти. Пока его нет, мы можем какой-то фильм пока поставить. Может, песню одну? А? Может быть, одну? Ну? О, он говорит, а пародия пишет. Можно показать, как поздравление. Вот как Скайдин ты сказала, январь месяц уезжает группа как раз Кашими Саньбабе, храм Мумбай сначала, и потом Утрапати, и потом еще к Амме, да, и обратно. Поэтому если кто-то хочет соединяться из Прибалтики, как раз уже 26 человек будет, ну,
набралось, поэтому если еще кто-то хочет, потому что обычно мы когда делаем группу, мы уезжаем по Карпатии, но в этом году, этот раз Сами Баба хочет, чтобы люди приехали и Чили, и прошлой инкарнации, и с Атезами, и потом еще Матушки у меня тоже, да? Сайрам, дорогие братья и сестры. Вот это наши преданные приехали из Литвы, 5 человек, давайте аплодисменты, они сегодня очень много нам дают прекрасного. И мы специально приехали из Литвы, чтобы украшать этот праздник. На самом деле, Господь нам дает милость, и к нам в Литву в этом году приезжали преданные, и вот в центре здесь это преданные, как из России, координатор молодежного крыла организации Сатисай. Вот. И уже два раза приезжала. Ей предложили третий раз в Одессу сделать уже многократную визу. Вот. То есть. И они записали нам как раз к дню рождения с вами, прибалтийским друзьям, поздравления. Вот. И мы им записали поздравления. Но мы вживую уже эту песню спели вам сегодня. Поздравления из России. Сейчас послушаем. Потому что на самом деле мы все одна семья, и поэтому друг с другом должны на самом деле объединяться. Давай.
Окей. Ом Сайна. Сейчас тогда у нас пилар по программе. Должен был бы я выступать чуть позже, но я выступаю сейчас. Спасибо с вами и всем вас, что у нас такой прекрасный сегодня праздник получилось, да? И, ну, мы понимаем, но его воля везде работает, без его воли ничего не может произойти. И по времени у меня было записано, что я должен был бы сказать 18:40 до 18:55. Доказательство, что Сай везде присутствует. И еще, какой особенность самади? Потому что мы сами знаем, сейчас очень многие люди это обсуждают, что Сай Баба больше, его физическая форма нет, нам зачем ехать потерпать, какой смысл и так далее. Поэтому сейчас, чтобы понимали, даже ехать к его самади, где положили, ну, мы читаем это, как его одежду положили туда, какая это мощное место, любой, кто туда пойдет, что, ну, можешь получить результаты. Поэтому сейчас, что вы хотите сначала доказать, ну, доказательство, что сами здесь существует, или сначала расскажем о самади, что народ хочет сначала, а? О самади. А, о самади сначала. Давайте, вот, в Индии, давайте послушайте насчет самади. Самади вы понимаете, когда святые люди уходят, вы сами знаете, в Индии есть порядок, когда индусы оставляют тело, то они зажигают их тело простым людям, да? Потому что они не хотят, чтобы тело, ну, душа была привязана к этой теле. Но когда святые люди оставляют тело, то они не зажигают это тело, эта форма, эта одежда. Мы называем тело, это одежда, да, святого. Они его положат в соли. Почему это положат в соли? Потому что момент, когда этот святой оставлял свою одежду, он оставлял на таком состоянии, божественном состоянии. Потому что обычно человек, когда оставляет тело, как он оставляет? При боли, о, сердце, о, там, или он говорит, что, о, страх у него, или он не хочет умирать, и там смерть наступает. Обычно люди, которые не приготовлены, почему говорят, человек не должен во время смерти повторять имя Бога. Он должен весь жизни должен повторять мантры имя Бога. Тогда во время смерти он может вспомнить Господа. А святые люди, инкарнации, когда они оставляют тело, они совершенно по-другому. Они не под управлением Бога смерти. Они сами решают, когда им уйти. Потому что им никакой Бога смерти не может прийти и сказать, все уже пора, да? Они сами решают, когда им оставляют свою физическую форму. Поэтому, когда они решают, когда они уходят, то они это делают очень прекрасным образом. Они оставляют, осознательным образом они оставляют свою эту одежду. И тогда эта энергия сохраняется в этой одежде несколько лет. И она мощная. Даже говорят, когда Сати Сай Баба, он был на физической форме, даже эта форма не была такая могущая, как самади. Самади читается еще могуще. Потому что, когда он оставлял... Это правда. Да. Это то вот они могут подтвердить. Они вот как раз люди, которые чувствуют энергии, они занимаются рейки и так далее, они очень много работают с энергиями, они могут подтвердить, что да, самади это мощь. Вот они в прошлом году, на этом году, когда январь группа была, они вот... почувствовали огромная сила в этом самаде. Даже вот когда Сай Баба видели даже физические формы, это тоже было мощное, но самади еще мощнее. Потому что, говорят, когда святой, ну, инкарнация, святая инкарнация оставляет одежду, вот это состояние, они специально его оставляют в этой одежде, чтобы она долго могла помочь земле и людям, которые приходят к ним, спрашивают помощь.
И так, вы сами знаете, мы дали 10 миллион, миллиард раз благодарен Сате Саембабе. Он взял сколько много плохого грех от этого мира на себе, что невозможно, потому что вот как раз мы были в Литве, и там был один студент из Саи Путрапати, да? Он рассказывал, и тоже были там, он рассказывал, Свами очень много взял на свое тело, очень много. Даже он говорит, его то, ну, физическая форма, то ну, отключалась, потом опять переключалась, и врачи хотели так и так, ну, это все его игры, на самом деле, да? Ну, вот у нас уже есть. Yes. Сколько времени вам надо тогда приготовиться? А? 3 минуты. А, окей. Okay. Ладно, тогда как вы готовите? Нам свечи тогда снимаем, Арнис? А? Свечки надо снимать? А, это все плохо. Можно оставить? Окей. Okay. Ладно, пока вам надо переодеться, да? Нет. А? Просто настроить технический слайд, чтобы можно. А, окей. Okay. Ладно, тогда не будем мешать, раз он пришел, пусть тогда дальше продолжать. Тогда эти стулья уберем, да? Они тоже могут остаться. Трибуну надо убрать. Ну, где этот слайд переключен? Слайд там. Где пришли, да? А, ну, вы тогда скажете, что я не закрыл. Ладно, и потом тогда слайды будут продолжать. Сейчас, когда Арнис везет, это у нас Арнис вставляет йогический клуб, называется Sense of Yoga, это трикута традиции, да? Не Sense of Yoga, а это в Латвии это... Йога-арт. Йога-арт. А в Риге, да, в Латвии она называется йога, может быть он сам больше расскажет, я не буду. Мы просто тема, извиняюсь, тема наша сегодня, о чем мы говорим, это Sense of Yoga, какой суд йоги, и его это, клуб называется йога-клуб, yogaart.lv. И мы ему очень благодарны, что он специально приехал сегодня осветить этот праздник. Господь Саембаба его благословляет, его семью за такие прекрасные работы. Thank you.
одна сестра идет, стоит за свое время. Лекарь Шимаскин на место. Сау. Немножко посидим одну минуту. Я торопился. Я знаю, вы тут сидели. Тот, который сидел уже много часов, можете встать и немножко выходить. Плечи, спину, расслабить шею. Помогу легче себе. Можно, что вы составили. Можно, кто хочет, может сидеть. Мне кажется, слава минутка. Kada vedel mes runājam, Latvijas, kad krīvis, ka jāpās obaldās
ar sevi mēs runājām, ka šī diena ir svarīga laika, nu, tas atgādina mums par dievišķās apziņas emanāciju uz zemes. Un man bija problēma, kādu tēmu izvēlēt. Ja, prosto vidi, знакомство. У меня была небольшая проблема, какую тему выбрать этому дню, который посвящается эманации божественного сознания в мире. Есть пастава традиции, ко мы знаем высокот, но велахи мейстери, каждый шарис на оригинал группы, он дыня мацек, arī 21. Gadsimtā. Un tā tradīcija saucās trika, jo un šajā tradīcijā tas vārds trika ir viszīmīgākais ar to, ka mums nav viens veids, kādā veidā iegūt universālo apziņu, bet vismaz trīs veidi. Un vibari сегодняшнего метода, что мне делать, я постарался подумать о той традиции, в которой мне было счастье или неудача присоединиться. Это трика-йога. И в этом слове название трика-йога существует уже обозначение того, что не только один способ есть, чтобы человек, индивид присоединился к божественному сознанию, но три способа или три составляющие. И это делает множественную бесконечность способов воссоединения. Шая традиция и люди смотрели не только романтическая и галия ментала носкали, но и люди смотрели то, что сказал йога знаменитый. В этом методе трика-йоги очень существенную роль играют не только наши романтические чувства, сентименты, духовные ценности, но очень важно и научный метод. Научный метод включает распознавание фактов. Но фактов не в академическом научном понимании, распознавание объективного нас обращающего мира, но познавание внутренней природы. Он факты коррекционно, но узрекшая психическая опасность, дар, зинатность, универсальность, абсолютность, засвекшая, диктады, которые вам помнится, отцелитесь в истину, осталось дзинус, то вас видишь, когда вы спасибиришь лайнит. Bet es domāju, šajā telpā nav neviens cilvēks, kurš nekad nebūtu bijis laimīgs, un arī nav tāds cilvēks, kurš nekad nebūtu piedzīvojis ar tādas ciešanas uz bārdu. Чтобы говорить о научном методе, я буду опираться на такие два научных факта, которые связаны с нашей внутренней природой, психической природой. Это то, что мы все больше или меньше, когда-нибудь в нашей жизни были счастливы, но также мы и страдали, и были несчастны. Может быть, кто-то из нас сейчас счастлив, может быть, кто-то терпит страдания. Это состояние между счастьем и несчастьем характеризует человека. Šis par to, ka mēs neesam vislāk laimīgi vai nelaimīgi, mēs svārstamies. Tas arī raksturo to cilvēcisko stāvokli. Un šeit šo faktu es gribētu lai mēs paskatītos uz šo zinējumu un atcerētos как страдает мусор мусор. Этот рисунок, который сейчас показываю, я демонстрирую для того, чтобы вы
опять посмотрели, как реально работает механика нашего восприятия. The most useless mechanisms. Šajā kubā, kurā Neilo ir iedarbis nosaukumu Mekera kubs, jau to izgriboja. Es neatceros, vai fizikas vai mediķis. Runa ir par to, ka mūsu uztveres orgāni dīvainā veidā sacenšas. Ja mēs izvēlēsimies vienu plakni, izvēlēsimies, ka viņa ir priekšā un otru kvadrātu plakni ir aizmurē, tad šajā zīmējumā skatoties, mēs ilgstoši to nevarēsim noturēt. Mums sāksies šī svārstība. Šis zīmējums ir demonstrācija pie svārstībai, ko sauc par uztveres duālis. Pēdējais runa charakterā pakazuje to, kā работает naša fiziskā vaspijātība un daža psihiskā.